Доброго вечора, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія» і я, Катерина Лисюк. І сьогодні у нас в гостях Михайло Григорович Гриб, заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації. Вітаю вас у нашій студії. Добрий вечір. Літній період закінчився з його пожежонебезпечними територіями, з пожежонебезпечними ситуаціями. Яка ситуація на даний час в Миколаївській області? Оперативна обстановка на території Миколаївської області по состоянию на 25 октября остается стабильной и контролируемой. С начала года в области зарегистрировано 8 чрезвычайных ситуаций. Природного характера пострадало 11 человек, погибших нет. Показатель на уровне прошлого года, убытки от ситуаций составили более 53 миллиона гривен. По видам ситуации были связаны с ухудшением погодных условий в январе. Африканская чума свиней в Николаевском, Братском и Очаковском районах также в январе. Заболевание на птичий грипп животных в Николаевском зоопарке в феврале. Групповое инфекционное заболевание 11 детей в учебном заведении «Теремок» поселка городского типа Казанка в марте месяце. Вследствие снижения температуры внешней среды, заморозки, повреждены фруктовые насаждения в Баштанском и Вознесенском районах в май месяц, также пожар в Новопетровском лесовом урочище Новоодесского района август месяц и последняя ситуация – это африканская чума свиней в Новоодесском Березанском районе, который в октябре в данный момент занимается райдержа администрации, комиссии ликвидации последствий данных чрезвычайных ситуаций. Также Тобто від початку року дуже багато всього відбулося в Миколаївській області, саме критичних ситуацій, пожеж і не тільки. Ну, ситуації, вони на рівні минулого року, 8. У нас произошло також, що в області 233 чрезвичайних происшествий. По сравнению з прошлым періодом, аналогічним періодом, уменьшилось на 10%. В результаті происшествий погибло 76 чоловік, пострадало 159. Количество погибших уменьшилось по сравнению с прошлым годом. В прошлом году погибло 102 человека, и количество пострадавших в этом году возросло. Значит, чрезвычайные происшествия в основном были связаны с выявлением взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. Это было у нас 94 случая. Дорожно-транспортные происшествия на автодорогах области 49 случаев. Происшествия на водных объектах 45 случаев. Взрывы и угрозы взрывов 17. Инфекционные заболевания людей 5, отравление людей угарным газом 8 случаев и отравление грибами 2 случая. Ну и ряд других чрезвычайных происшествий, которые имели место за данный период. А что до пожеж в Миколаївській області? Яка была кількість від початку року и до сьогоднішнього дня? С начала года в области зарегистрировано 3056 пожаров. По сравнению с прошлым годом небольшое снижение на 2% роста пожаров. На пожарах погибло 42 человека. На 8% это рост. В прошлом году погибло у нас 39 человек, пострадало 35 человек, снижение на 8%, и спасено на пожарах 51 человек. Значит, огнем уничтожены материальные ценности на сумму более 35 миллионов гривен. Большое количество, основное количество пожаров произошло на открытых территориях. За оперативными данными это более 2000 пожаров. Общей площадью 3223 гектара. Наблюдается и регистрируется рост числа пожаров на объектах. Всего произошло 57 пожаров, это рост на 19%. Также у нас рост пожаров в жилье 885 пожаров, это рост на 15% по сравнению с прошлым годом. Ну и касается еще пожаров, кроме этого зарегистрировано 125 лесных пожаров, общей площадью 340 гектар. Значит, основные причины пожаров. Неосторожное обращение с огнем. Более 2500 случаев. Нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов. Это 310 случаев. Нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления. 66 случаев. Имеет место поджоги. 89 случаев. Ну и также 10 случаев детская шалость с огнем. Наскільки мені відомо, ваші співробітники дуже часто проводять так звані рейди, щоб
поговорити з людьми, поспілкуватися, розказати про причини надзвичайних ситуацій, пожеж чи будь-яких інших. Як щодо цього року, як щодо цього осінньо-зимового сезону? Чи були вже такі рейди, де саме вони проходили і що розповідали ваші співробітники? Не остается без внимания и профилактическая работа с населением области по пожарам в быту. На сегодня это один из методов борьбы с ростом количества числа пожаров в жилом секторе. В рамках информационно-разъяснительной работы сотрудниками подразделения Главного управления систематически проводятся рейды в жилом секторе. В ходе рейдов проводятся беседы с жителями на теме противопожарной безопасности в осенне-зимний период. Основными причинами возникновения пожаров в жилье, которые нередко приводят и к гибели людей, является игнорирование гражданами элементарных правил пожарной безопасности, прежде всего курение в постели, неисправность электросети и бытовых нагревательных приборов, оставленные включенные телевизоры и утюги, а также оставленные без присмотра спички в местах, которые легко доступны для детей. С начала года было проведено более 470 рейдов. Мероприятия проводились в каждом районе области, розданы гражданам тематические листовки с правилом поведения в холодное время года, и данная работа проводится и по сегодняшний день. Взагалі, а як люди реагують на ось такі рейди? Чи легко йдуть на контакт з вашими співробітниками? Чи взагалі як це відбувається? Чи пускають додому, щоб там пояснили, розказали? Як це? З нашої практики не было еще случаев, когда нашим жителям области не было интересно ту работу, которую проводят люди в форме. Прежде всего, это инженерный, инспекторский состав, это приходят начальники караулу, то есть практики, люди, которые принимают участие в тушении пожаров, в ликвидации последствий. Поэтому работа, которую мы проводим людям, она нравится. И они, очень многие люди знают те действия, которые необходимо делать. Но бывают случаи, которые не всегда можно предотвратить і так далі. В екстремальних ситуаціях не всі знають, як себе поводити. Це буває таке. Ще таке запитання. А взагалі, ви згадали про холодний період. Як можна захистити себе від переохолодження чи, можливо, навіть обмороження? Значить, з приближенням холодів хочу призвати жителів Ніколаївської області побеспокоїтися о соответствующих противопожарних состояниях собственного жилья и соблюдение правил пожарной безопасности в быту. Значительно легче и дешевле предупредить чрезвычайное происшествие, что имеет или иметь дело с ликвидациями его последствий. Ну, соответственно, не только пожары в жилье, но и переохлаждение. Это вопрос, который актуален, остается в зимнее время суток, особенно в период аномального понижения температуры. А взагалі, як захистити себе від холоду? От саме людина, якщо вона відчуває, що все, вже чи замерзає, чи як себе захистити, як попередити оцей процес весь? Ну, во-первых, всі прогнози, які ухудшення погодних условий, вони є в средствах масової інформації. Наша служба совместно з облгосадміністрацією завжди заблаговременно доводить до населення. В тих случаях, якщо поніження температури, значительное понижение, я так понимаю, для нашей области это 20 и ниже градусов, надо ограничить себя от надобности выходить на улицу, находиться в теплом помещении. Другое дело, когда в дороге где-то перемещается с одного пункта в другой, если есть такая возможность, лучше остановиться на заправочном комплексе или же в кафе, в местах, где оборудованы пункты обогрева, переждать и дальше следовать. И не будет обморожений, и не будет проблем со здоровьем. З настанням холодної температури, чи є якісь, можливо, пункти обігріву, щоб людина, якщо там щось сталося, щоб могла прийти, обігрітися, в тому числі і без хатчинки? Що їм робити у холодний період? На виконання поручення Кабінету міністрів з цілею предупреждення случаїв переохлаждення і гибелі людей в зимний период, особенно в период аномально низких температур, в нашей области заблаговременно определены места развертывания круглосуточно функционирования пунктов обогрева для временного пребывания людей, в том числе и без хатчинки. Определены 206 стационарных пунктов обогрева в населенных пунктах и 56 пунктов вдоль автодорог. Это, как правило,
центральні районні лікарні, школи, клуби, тобто міста, де є тепло і де є можливість чай, приготовлення їди. Тобто такі міста підготовлені, руководителі об'єктів об цьому знають. З даною целью проводиться уже робота, розміщаються ролики, соціальна реклама, йдуть радіовиступлення, виступлення на місцевих каналах. Люди будуть знати об цих пунктах, коли буде зниження температури, вони будуть на сайтах, адреса розміщені, і ця робота буде проведена. Ми не допустимо, щоб люди замерзали на вулицях. Є в області, де обогріти і напоїти чаями і так далі. А вони будуть працювати, ну, можна сказати, цілодобово, коли вже буде там мінус 20 там, чи мінус 15? Взагалі, з якої температури вони починають працювати, коли вони відкриваються? Ну, я сьогодні вже говорив, що для нашої області аномальна вважається температура 20 і більше градусів морозу. Угу. Тому, коли вже будуть такі холода, ці пункти будуть функціонувати круглосуточно. Там будуть знаходитися і волонтери, і будуть привлекатися органи влади, тобто питання чай, гаряче питьо і так далі. Це буде організовано. Є штаби, буде організована робота соціальних патрулів, буде працювати поліція, соціальна служба. Тобто всі служби, які є в області, вони будуть даному питанню уделяти особливе внимание. А взагалі, наскільки підготовлені служби цивільного захисту Миколаєва до холодів? Миколаєва, можливо, Миколаївської області? Ну, в останні роки Миколаївська область підвержена воздействию аномальних кліматичних условий в зимний період. В результаті осложнення сильних снігопадів, штормового вітру, який був в прошлом году 25 і більше метрів в секунду, были осложнения в автотранспортной сфере, создавалась угроза жизни и здоровью людей. Ну, мы помним те заторы и проблемы, которые были на автодорогах, когда находилось большое количество легкового грузового автотранспорта, международные автобусы, маршрутные такси. Эти проблемные участки, наверное, знают все жители области по автодорогам. Это дорога М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, участок Половинки, Нечаянно, участок Николаев-Шевченкова. Также автодорога Р-06, это Ульяновка-Николаев, участок село Константиновка, село Себино. Подъемы проблемные, которые есть у нас, Троицкая, Михайловка, а также Раково. Также было у нас в прошлом году и ранее проблемные вопросы по проездам до многих районных центров и сельских населенных пунктов. Значит, принимая во внимание анализ предыдущих чрезвычайных ситуаций с целью координации действий органов управления, органов исполнительной власти, местного самоуправления, касательно организации мероприятий по обеспечению беспрерывной работы объектов жизнедеятельности населения, а также инфраструктуры Николаевской области, 12 октября создано распоряжением облгосадміністрації региональный оперативный штаб под руководством заместителя главы облгосадміністрації Гайдаржи Валентина Васильевича. Аналогичные штабы созданы во всех районах и городах. Определенный их персональный состав. Также организована их работа и готовность круглосуточно работать в случае ухудшения погодных условий. Также уже заслушаны члены штабов на региональной комиссии, а также на местных комиссиях. Взагалі, а це за всю область ви розповідали і за всі підрозділи цивільного захисту. А щодо ваших співробітників, особисто вашого, хто знаходиться в вашому підпорядкуванні, чи підготовлені вони до зимового періоду? І як саме? Як вони готувалися, можливо? Ну, в свою очередь, подразделение Главного управления государственной службы по чрезвычайной ситуации на сегодняшний день находится в постоянной готовности до реагирования, до выполнения задач, в том числе осенне-зимний период. На круглосуточном дежурстве в местах постоянной дислокации у нас находится 200
и более человек, а также 75 единиц техники. В случае необходимости в течение часа количество людей и техники будет увеличено. Всегда наши силы и средства проводятся тренировки и занятия, и мы 18 октября проводили проверку готовности также наших подразделений. Готовность сводного отряда номер 2 и регионального пункта управления, который базируется в городе Николаеве и подразделениях города. Якщо можна, попросимо наших режисерів показати нам відео, як взагалі відбувалося це. Що взагалі? Що це були за збори, як вони відбувалися, хто там був присутній? Значить, сили і средства сводного отряду номер 2 і регіонального пункту були сосредоточені, розвернуті в селі Мар'ївка Баштанського району. Всього привлекалось 130 чоловік і більше 30 одиниць пожежної спеціальної техніки. Установлен был палаточный городок для размещения штаба руководства с последствий чрезвычайных ситуаций, рабочих групп по направлениям, а также для отдыха и питания личного состава, который привлекается до ликвидации чрезвычайных ситуаций на трое и более суток. В данном городке организована работа психологов, медиков. Пункт управления оборудован современными средствами связи и имуществом для успешного выполнения задач по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Это и пожары, взрывы, ряд других ситуаций, которые возможны в осенне-зимний период. На сегодня подразделение Главного управления готовы до реагирования в осенне-зимний период и готовы прийти на помощь ко всем жителям области, которые попали в сложные чрезвычайные ситуации. Звоните по линии 101, и вы получите профессиональную помощь. Тобто, ось такі штаби будуть працювати, якщо, не дай Боже, в Миколаївській області будуть якісь проблеми? Так. Тобто, а скільки співробітників може там знаходитись одночасно? На регіональному пункті управління, який ми розворачуємо, він дозволяє віддих 80 чоловік, які привлекаються і участвують в ліквідації последствий чрезвичайної ситуації. Аналогічно робота організовується 4 через 4, 4 через 8, то есть 80 работает, 80 отдыхает, уже 160. Чи доводилось вам за цей рік розгортати от такі от штаби? Бо дуже була складна ситуація влітку особливо, пожежа небезпечна. Значить, в текущем году ми регіональний пункт управління не розворачували, но ми привлекали техніку області для тушення лісного пожару в Новопетровском лесном урочище. Это был пожар на площади более 120 гектар. Техника прибывала, пожарная техника Очаков, Вознесенск, Первомайск, город Николаев. Всего мы тогда привлекли, техника служб. Всего было порядка 250 человек и порядка 100 единиц техники. Как долго гасили цей вогонь? Ликвидация последствий чрезвычайная ситуация в лесном урочище где-то заняла у нас порядка 18 часов. Чого собі. Ну, маємо надію, що вже в зимовий період перестане все це горіти. І, до речі, про осінньо-зимовий період. Весени дуже часто люди ходять в ліс на так звану тихе полювання, збирають гриби. Для когось це розвага, для когось це просто вже спосіб життя. Наскільки безпечно таке хобі? Бо зараз осінь, дощі, і люди просто масово йдуть в ліси. Наскільки безпечно це? І чи були вже в Миколаївській області випадки, можливо, трагічні, можливо, просто отруєння грибами? Ну, осіння пора, сезон для уборки врожаю, ну і, звісно, збору грибів. Но необходимо помнить, что отдельные грибы одновременно представляют и опасность для здоровья людей при их неправильном приготовлении и употреблении. Очень жаль, что большинство людей делает такие выводы уже поздно. Ну, приведу последний случай. 24 октября до службы спасения дежурного врача в Радиевской центральной районной больнице поступило сообщение об отравлении дикорастущими грибами троих детей 2006 года и одного ребенка 2007 года рождения, жителей села Кумари этого же района. По информации 23 октября дети самостоятельно в местном лесу собирали грибы, после чего пекли их на костре и ели.
Впоследствии на утро начали жаловаться родителям на плохое самочувствие. Значит, двое детей, брат и сестра 2006 года рождения, доставлены в областную детскую больницу. На сегодняшний момент состояние их удовлетворительное. Другие двое детей находятся на лечении во Врадевской ЦРБ. Также их состояние сегодня удовлетворительное. Тобто від початку грибного сезону ось діти тільки потрапили в таку Только, ситуацію? Так, да, на даний момент четверо дітей. Взагалі, а що ви б могли порадити нашим глядачам, щодо, як, можливо, як правильно вибирати гриби? Чи щось цієї теми? Ну, прежде всего, я би хотів обратиться до жителей нашої області не собирати гриби, яких ви не знаєте і раніше не собирали. Не собирайте грибы вблизи автомагистралей, железных дорог, опасных химических участков, а также в городских парках. Грибы имеют свойство впитывать токсические вещества. Особенно опасные грибы, смертельно опасные, это гнилая поганка. Она внешне похожа на шампиньоны, сыроежки. Ну а если в целом брать, то опасны все грибы, которые имеют поврежденные ножки, старые, червивые, вялые. И главное, хотел бы все-таки, чтобы родители напомнили детям, что самостоятельно детям собирать грибы не надо. Это опасно для их жизни. Берегите жизнь свою и жизнь своих родственников. Дякую, Михайле Григоровичу, що ви сьогодні завітали до нас, що нагадали нашим глядачам, як потрібно себе поводитися у грибний сезон. Ще раз нагадаю, у нас в гостях був Михайло Григорович Гриб, заступник начальника головного управління з реагування на надзвичайні ситуації. Ви дивилися програму «Гаряча лінія». Я з вами прощаюся. На все добре.